В библиотеке имени Сергея Есенина значительное обновление книжного фонда. На полках появилось больше 4500 новых книг. Такие масштабные закупки сотрудники библиотеки проводят раз в год. Но перед тем, как экземпляры попадут в руки читателей, книги проходят специальную электронную обработку. Подробнее расскажет Анастасия Кладинова. На полках издания разных жанров, от отечественной классики до современной литературы. При закупке один из главных факторов выбора новинок – запросы читателей. В течение года библиотекари собирают пожелания и предложения, а затем передают их заведующим библиотек. Нам выделяются ежегодно средства на произведение вот такой большой закупки. Формируем запросы с учетом интересов наших читателей, с учетом топов книг издательств, магазинов, электронных библиотек, собираем уже наш собственный заказ и с нетерпением мы его ждем. Безусловно, это поднимает посещаемость, интерес людей к чтению, что многие думают, что библиотека – это вот какие-то пыльные уже старые книги. Это одна, при всем нашем уважении к классике, то есть это одна классика, а когда приходят и видят, какие книги стоят на наших полках, сразу говорит, а мы не знали, мы не думали, что такое есть. Однако перед тем, как новые книги попадают в руки читателей, они проходят электронную обработку. Каждому экземпляру присваивают шифр и авторский знак. Их вносят в специальную компьютерную базу данных, чтобы можно было легко проверить, есть ли в библиотеке такая книга и где именно она находится в данный момент. После чего на обложку приклеивают кармашек для библиотечного формуляра и штрих-код. Этот штрих-код внесет в себе информацию о самой книге. Содержание, аннотация, в какую библиотеку она отправляется. И, соответственно, когда она уже попадает на полки, ее берут читатели, идут на кафедру к нашему сотруднику. Ему уже, собственно, вручную делать ничего не нужно. Таким же сканером считывается штрих-код, и книга попадает в электронный формуляр нашего читателя. Из-за большого поступления новых книг электронная обработка занимает немало времени. Поэтому на книжных полках свежие экземпляры появляются постепенно. Ежемесячно сотрудники библиотеки выставляют больше 200 новинок. Сейчас книжный фонд библиотеки имени Сергея Есенина насчитывает больше 200 тысяч единиц. А количество пользователей превышает 15 тысяч человек. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.